Друзья, что бы вы выбрали прямо сейчас? Жизнь или смерть? Глупый вопрос, скажете вы. Нормальный, здравомыслящий человек выберет жизнь, и это нормально. В каком мире вы, ваши дети, ваши родители, ваши друзья хотели бы жить? Неужели в таком, как сейчас? Когда в больницах не хватает мест, мы беспокоимся о своих детях, когда они идут гулять, боимся за свою старость, не знаем, где завтра взять денег, иногда даже на хлеб. Когда почти 5 миллионов детей в год умирает от голода, а почти 46% людей на Земле живут менее чем на $5 в день, и около 2 миллиардов людей находятся за чертой бедности. Когда более 500 000 человек ежегодно погибают в военных конфликтах, $1,9 триллиона тратится на военную промышленность, этот список, к сожалению, можно продолжать долго. Это факты, которые можно найти самостоятельно. И ты, мой друг, реально хочешь жить в таком мире? В таком обществе? Разве это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны изменения. Изменения начинаются с нас, с информацией, которой мы делимся. Потребительское общество ведет нас к смерти. Нам нужен новый вектор жизни, созидательное общество. Для спасения жизни каждого из нас. Это в наших силах создать новый мир. Построить созидательное общество. Где жизнь человека – главная ценность. Развитие человечества – главная цель. Безопасность человека – главный приоритет. Можно ли построить созидательное общество уже сейчас? Да, все, что нужно сделать – объединиться в одной общей цели. Созидательное общество. Люди уже действуют. Нужно оповестить людей по всей планете о созидательном обществе, чтобы реализовать эту цель. Ты тот, кто может это сделать. Узнай, как на международной онлайн-конференции «Созидательное общество. Вместе мы можем». 20 декабря, 15:00 по Гринвичу. В прямом эфире на АЛЛАТРА ТВ и АЛЛАТРА.UNITES.COM. Ты тот, кто может изменить будущее.